Так, а мне надо героя пикать, да? Совсем забыл. Ну давайте белочку выпустим тогда против Shadow Friend. Люблю играть белкой в последнее время. Я рассчитываю только на скилл. То есть посадить дерево, привязать сеткой и застрелить. Вот идет мой расчет. Ну там СФ задрот, я вам сразу говорю. То есть СФ лютый задр. Ну, минус койл, это уже неплохо. Сейчас кайлы будут, это мне на руку, чтобы он их тратил. Потому что мне банка летит. То есть я в любом случае хп сейчас восстановлю себя. Маны у него дохуя, но я его по максимуму стараюсь развести на нее. Блин, как-то его надо уебать, только я вот, мне урона не хватит. Ебаная белка, блин, герой без урона в начале. Четвертый левел, урона уже 78. То есть у него урона больше, чем у меня стало. Пора в ВБшке выходить. Пусть кайлы тратит, опять же, мне это на руку. То есть пусть по 2 хуярит, по 3, по 10. Неважно. В принципе, ничего плохого я в этом не вижу для себя. Но в этой игре много от рандома зависит. То есть, если я сейчас угадываю руну, то все хорошо. Если нет, то все хуево. Ну, как бы, как обычно. Когда все зависит от рандома, это не моя стихия. У меня все от скилла должно зависеть. Рандом не мое. Так, у него пятый. СФ на низ пошел. В инвизе. Так, он ушел и развернулся. Он сейчас ко мне будет подходить. Поэтому держимся возле башни. Вот так вот, чтобы сделать. Потому что я понимал все его грязные мыслишки. Смотри, он сзади, ты сколько он нет. Мальчик, ебать. Фу, хорошо получилось. Он думал, что он хитрый. Оказалось, что, блядь, хитрый здесь только я, блядь. Смоктать. Воплёр. Просто он, видите, он сыграл очень глупо то, что он ушел вправо по реке. Ну, это было очевидно, что если он теряется с вижена, то он нажимает инвиз. Руна хаста, пизды он дать не может. Бля, он заебал все руны брать. Вот как мне быть таким, как он? Почему он, а не я? Почему вот мне руна не выпадает, а ему выпадает? Ему это любому оппоненту, любому. Нахцузамен, блядь, зих, ты дрих, ты нахуй, расстрелять! Переиграл. Мне надо было срочно сейчас ультовать сразу, потому что он под хостой мог изи-доджить. Так, СФ камбэкается. Ну вот, где появится руна? Теперь главный вопрос. Пойду наверх, появится снизу. Пойду на низ, появится сверху. И что делать, блядь? Ебать! Ты шот! Кто видел плюс чат, ебать? Под хостой типа пристрелил. Снипер! Сквад! Ебать, я его застрелил. Я жду, пока мне все с про-команды напишут, чтобы я за них поиграл. Но это жестко вообще. Не, я в ахуе, я вообще в ахуе. Вы видите, что я в этой игре исполняю? Я тупо попадаю ультом, вообще нереальные мувы делаю. Ну, типа, я согласен, что первые два выстрела были такие. Ну, типа, там легко было попасть, потому что чувак связан с деревом, а тут на хосте это прям жестко. Я аж сам охуел. Просто он побежал, я думал, он мансовать будет. Добьем. Это что, урона мало у меня? То есть вроде бы я с ДДхой, но я сейчас что-то немножечко недорасчитал. Сейчас тоже было легко, в принципе. Возьму талант на силу, на здоровье, точнее, опять. Ебать, вы видите этот урон? Он байбекнется сейчас и ливнет нахуй. У него 12 левел СФ, это значит, что он морально неустойчив. Просто я больше половины хп захуярил с ульта. Делаем глейпнер. Не, вы видите, я пока ультом вообще прям ни одного промаха не было. Так, надо пойти на низ разора уебать. 1060 хп, блин, 1050 я... Ой, так я его уже убиваю с ульта. Вот если я сейчас по нему попадаю, он умер. Блин, там, а как? Счет 11-11. То есть у меня 5 фрагов, но... Игра ровная, пиздец. Не, он тут аминь. Тут как бы у него вообще мало хп, тут даже не обязательно накручивать долго, тут можно сразу практически отпускать. Я знаю, что он крутит. А, я думаю... А, о-о! Брат, ты шо? А ульт крутить? Забыл. Не хочешь? Я думал, он ульт будет крутить, вот честно скажу. Что он хотел этим сделать? Байбекнуться будешь? Будешь, нет? Бразильский мальчик двоих подряд убил. Вы понимаете, что творю? Бразильский мальчик минус 2 сделал. Блять. Нахуй тебе эта руна нужна, жирно, ебал. Ебать, мансует, нахуй. Жировая складка тупо. А нет, тут в упор захуярили. Банка между крипом и обезьяной летает. Да ты шо? Глейпнер на 15-й минуте, это мини-рекорд у меня, потому что я... Ну, прям у меня в этой игре...
идет максимальный сноубол. То есть СФ особо не сейвили в миде, меня не убивают, не гангают, я просто делаю фраги. Укрутил. Блять, раскрутил. Ой. Да не, он сейчас сгорит. Ну типа Глейбнер появился, он, наверное, не ожидал его. То есть Глейбнер тут мало того, что он дает мне возможность ловить, так еще я не умираю от СФа, вы видели. Он мне урона, либо у него не было душ вообще, но у меня 1700 хп, то есть он меня не может ваншотнуть через Юлуй. У меня слишком много здоровья. Понеслась жарень. Ага, я понял, я проебал все скиллы, по-моему, пока что, да? Ну тут только... такой вариант есть, потому что иначе это Габелла. Я все скиллы въебал. Я в фею дал все, а она успела гост нажать свой, и в нее ни сетка, ничего не полетело. Сноубол идет. То есть, типа, 17 левел на 17 минуте, и есть вероятность, что... Ну, если я сейчас не закину внезапно как-то, то эта игра может закончиться до 30-й даже. Блин, шаль, кстати, очень редко стала падать. У меня ульта наносит 1400 урона. 1470, если точно, за счет шмотки. Можно было шаль, конечно, взять, еще урон поднять, но я же белка, зачем мне эта шаль нужна? Мне этой шмотки достаточно. Мне нужна какая-нибудь шмотка на дэмэдж в идеале, там, клык, вамбрейс, что еще есть? Да и все, наверное, клык, вамбрейс, вот две шмотки, которые меня полностью устраивают. Третья по значимости аквила. То есть аквила выпадет, тоже не расстроюсь. Я не бычу тебя его отыкать. И так интересно. Я не специально, так получилось. Кто тут разор? Просто захуярил я его. Да, да. Да, ты шо, ебать. Джа можно уебать. Застрелил, он сальто сделал. Надо было в разора стрелять вообще. Ну я жадный, я решил фраг сделать. Кади, да все, меня в этой игре даже СФ уже с ульта не шотнет, потому что слишком до хрена плотности. Осуждаю его, быдло на пуше. Я думал, он сеточкой пытается задоджить. Ой, сеточка, не улан. Ебать, сейчас жара будет. Ай-яй-яй, надо было не отпускать. Уходим. Уходим, копы, полицай. Бум. Блядь, сейчас как ляпнет палкой, пизду его. Бля, ну я выжил, я жалю. Вот, вот что значит Скади. На этом замечательном герое. Банановый угодник тупо, блядь, куда-то бежит, хочет папочку убить. А я охуевший сижу. Ну давай, проиграем. У, попал. Мальчики, поближе друг к другу. Сейчас, деку. Ты уверен, банановый, что ты хочешь попиздиться? Там тип крипа вытянул. Сетка гениаль. А к чему я... Ай, дерево, ебать. Я думаю, к чему я притянул его? С таким же ником? Ох, ебать. Ох, ебать. Ух, ебать, макаку даже не видел. Хейтеры скажут, что мапхак 4. Макаку не видел даже. Сальто нахуй. С арбалета. Ебать, я буду убегать из стены стрелять или что? Что за хуйня? Я вообще не могу двигаться. Бах.
Я вообще вращаться не могу даже, прикинь. Вы видели, что сейчас происходило? Я не мог двигаться. Я стоял в кусте, и у меня герой не поворачивался. Это был первый мисс культа за игру. Кстати, СФ вообще мне ничего не делает культа в этой игре, потому что я слишком в жир пошел. Кстати, 40% не верило, что игра закончится до 40 минуты. Можно понять почему. Потому что у меня на белке всегда игры минут по 55. А сегодня вот... Ну, кстати, СФ, я ожидал от СФа большего. Чувак на СФе 12 уровня, задрот потный, там пиздец. Вначале вы видели, что вытворял, но... Он после первой смерти поддулся. Вот он первый раз умер, и все, и видно было, что он погас. Погас огонь в его глазах, и он пошел просто уже хуйней страдать. Ставку рассчитываю, ребят. Закончится до 40 минуты, да, закончится. Вот тут очевидно, что бы ни произошло, игра дольше идти не будет. Ставку засчитал. Да, я два ореха сразу кинул. Глейфер плюс два ореха. Два зарядика. 10 отскоков. С молниями. Спасибо за игру, хорош. Еще прикольная тема с ультом, то что тебя отталкивает. То есть ты еще можешь там пуки какие-то доджить. Если ты стоишь накручиваешь, на тебя идет пуш, ты такой оп, ебать. И заебашил.